Здравствуйте, подписчики моего канала. Сегодня 23 апреля. 23 дня уже поросяткам. Вот, видите, кормились трошки. Сейчас мы маму будем травку дадим. Травка уже пошла. И маме дадим, и деткам дадим. Все у нас травку любят, поэтому все будут довольны сейчас. Поросятки уже подросли. Скоро, очень скоро можно будет их уже продавать. Как видите, чувствуют себя прекрасно. Никаких потерь у нас не было. Тут уже мы сглазить. Два укола они получили. Железо. Получают, мама получает дерть с БМВД. Единственное, конечно, поросятки уже начали подъедать. Вон, видите, как, в принципе, все, что мама кушает, и они кушают. Специально вот там я ставлю кормушка одна для них, широкая такая, чтобы они могли смело туда запрыгнуть. Поэтому они у нас, так скажем, едят уже не кроме, не только мамино молоко, но уже начинают подъедать. Когда вот процесс становления у них проходит, они уже кушать, переходят на корм, они расти начинают лучше, потому что молоко зачастую, ну, смотрите, молодец, зачастую молочко, ну, больше молока достается сильным самым, те, что слабее, они как-то вот так вот не дуже хорошо, быстро растут. Поэтому, когда возможность получить поесть помимо, скажем, мамкиного молока, то тогда рост очень-очень хороший начинается. В принципе, все ровные, вот у один у нас какой-то получился чуть-чуть мелковатый. Так это в два раза мельче. Видите, свинка. Свинка у нас особо еще не похудала, но цели еще недельки две по-хорошему кормить их. За этих две недели она быстро сдухнет. Поэтому максимально усиленная кормежка свиноматки будет способствовать уменьшению потери веса и быстрому росту поросят. Поэтому и БМВД даю именно в момент, когда она кормит их. О том, как добавлять, какое БМВД, это вы можете глянуть по ссылке, в следующем видео будет. Там я расскажу о том, как свиномата, как корм готовлю именно для кормящих период лактации. Там ничего сложного нету. В общем, посмотрите видео, будет интересно, я так думаю. Ну, в принципе, с поросятками замечательно все происходит. Они растут, не болеют. Все просто хорошо. Весна, конечно, вообще порадовала. Дожди прошли, травка есть зеленая. Вот эта трава для них, они не обсыраются, в принципе, проблем никаких не вызывает. В любом количестве они ее съедают. Ну, в принципе, все, что я хотел показать. Вот так наши поросятки сейчас прекрасно себя чувствуют. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комменты. Всего доброго!